Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Ulefone Armor 17 Pro. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и проходим в раздел «Пароли и аккаунты». Здесь у нас уже, я так понимаю, добавлен аккаунт или еще нет? У нас еще не добавлен аккаунт. Итак, для того, чтобы добавить аккаунт, мы нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем Google. И теперь нам нужно ввести телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И теперь вводим пароль. И нажимаем «Далее». Выбираем, кто будет пользоваться устройством, нажимаем «Далее». Здесь мы принимаем условия использования. Здесь мы также нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. Теперь, если вы захотите его удалить, вы нажимаете на него, нажимаете «Удалить аккаунт», «Удалить аккаунт» и подтверждаете, нажимаете «Ок» и подтверждаете это действие паролем либо отпечатком пальца. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.